Здравствуйте. Инспектор Федерального государственного пожарного надзора, старший инженер внутренней службы, майор Скворцов. Сотрудники МЧС проверяют места продажи пиротехники. В канун Нового года спрос на салюты, петарды и фонтаны возрастает. И все пиротехнические изделия в первую очередь должны быть безопасными. Необходимо спросить сертификат соответственно данный товар, поскольку к выбору пиротехнических изделий нужно отнестись ответственно. После того, как вы спросили документы, вам необходимо будет осмотреть приобретаемый товар. На упаковке не должно быть вмятин, подтеков и других повреждений. К сертифицированной и качественной пиротехнике всегда прилагается инструкция на русском языке, где указаны срок годности и правила использования. Кроме этого, подробную консультацию должны давать продавцы. Батарея показывает, как ее использовать, инструкцию по технике безопасности проводит, и потом уже, если при необходимости, показывает сертификат и видео на мониторе. И, соответственно, уже человек знает, что он купил, и для чего его использует изделие, и как его использовать. Сотрудники магазина показали пожарным всю необходимую документацию, познакомили с ассортиментом. Кроме этого, они продемонстрировали сотрудникам МЧС знание правил пожарной безопасности. Направляем строим, но не это самое, на расстоянии не меньше 1 метра. Нажимаем рычаг. Требования о соблюдении техники безопасности предъявляются не только продавцам. Покупатели при запуске салютов и петард тоже должны придерживаться целого ряда правил. В первую очередь действовать по инструкции. Пиротехнические изделия нельзя использовать в домашних условиях, на балконах в том числе. И здесь расстояние от зданий. Вы должны посмотреть на инструкции завода-изготовителя. Но, как правило, это расстояние составляет приблизительно 25 метров. Не стоит пренебрегать этими несложными требованиями. И тогда Новый год пройдет действительно ярко и радостно. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».